через 3 месяца вы все уйдете на фронт. И будете командовать людьми старше себя. И от того, как вы станете это делать, будет зависеть исход нашей войны с фашистами. Фашистские полчища рвутся к Москве. Вы должны немедленно выдвинуться на Ильинский рубеж. И до прихода основных сил задержать противника. Это 5-6 дней. Наши отцы и братья не жалеют своих жизней. Я тебя найду. Обязательно найду. Сегодня настал наш черед. Мы должны выстоять! Молодец, Лавров. Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы. Стоять им придется дольше, чем мы рассчитывали. Бронепоезд! Огонь! Почему мы столько дней стоим без дела здесь? Во второй линии мы лучшие батареи в училище. Вот именно поэтому. Если первая линия дрогнет, ваша батарея Лёшкин — мой последний резерв. Ведь скоро же никого не останется. Из 3500 никого. Я согласна. Но они же все умрут. Вовка, будь героем! Всегда! Всегда буду папка! Значит, так надо.